даже одну из моих песен. Продолжим разговор. Я про Карлсона сегодня буду упоминать. Я в начале второго отделения всегда немножко говорю о том, что будет происходить в этом замечательном заведении. И первое, что хочу сказать, 29 февраля, это будет совсем скоро, здесь будет концерт замечательного автора, вот его книга, это Игорь Морозов. Но те, кто увлечены авторской песней, особенно связанной с Афганистаном, знают этого автора. Но если кто-то придет, а я вообще приглашаю всех, не пожалею, это будет очень замечательный концерт. Также я хочу сказать, что я говорил про свой концерт, будущий в мае, 8 мая. Тоже приходите, билеты уже продаются, так же, как продаются билеты на концерт моего близкого друга Вадима Захарова. Он состоится 21 мая. Вот. Ну, следите, как говорят, за рекламой. Ну ладно, поехали. Несколько странная песня будет сейчас. Я летчик. Красивая форма, опасная. Кто-то порой. Я летчик. И звук от турбины земли лучший звук. А мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку, я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Увы, продолжает планета гореть, и значит я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. А что на земле, мне совсем не понять. Заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас. И кто-то уходит на Боинг, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать, и значит обязан, я должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне.
я летчик. Люди, наверное, заметили. Да-да-да, новые слова! Вот там сидит Сергей Щеглов, командир пилотажной группы «Русские Витязи». Он мне неоднократно делал, ну, не замечания, конечно, а говорит, ну вот, мы уже тут вроде как с квартирами и керосина хватает. Я всегда говорю, эта песня в следующем году исполняется 30 лет. Вау! Ситуация меняется. И она как самолет Су-27, подвержена модернизации. Если кто-то не знает, я, может быть, в интернете, наверное, на 30-летие постараюсь на телевидении найти ту запись, которая прозвучала 18 августа 1991 года на телевидении. Вау. Я всегда говорю, елки-палки. Вы обратили внимание на дату? 18 августа 1991 года. А что было 19-го? Вот, первый раз песня тогда прозвучала. И это вот этот третий, как я говорю, самый проблемный куплет, который там все время думали, показывать его или не показывать. Там в то время было написано, ну там было, когда по глиссаде ведет к дому нить, я думаю, что мне на ужин купить, я летчик. А что на земле, военторг весь пустой, как будто по полкам прошли здесь войну. Да, это, ну, вот такие слова. Ну, на диске просто их уже не было. Диск, то есть я к чему? Песня модернизируется. Как самолет. Ну, не знаю, насколько удачно, но я считаю, что сегодня другие проблемы в авиации. К счастью, нет тех предыдущих. Есть действительно другие. Вот, ну, я не знаю, имеет это право на существование, будет ли оно или нет. Ну, такой был эксперимент. Немного лирики. Все-таки у меня традиционно во втором отделении я могу себе позволить такие вольности. О погоде. Я выезжал из Минска, у нас было так, ну не плюс 10, ну так, как бы сухо и так далее. Приехал в Москву ночью, вроде бы как бы звездочки, утром просыпаюсь в телецентре в Останкино, смотрю в окошко, так ух ты, снег. Думаю, пойду-ка я погуляю, выхожу, там такая грязюка. В общем, ну короче, не знаю, в этом году вообще очень сложно с погодой. Что здесь, что у нас там. А Минская зябь совсем. Дожди который день. Наверное, солнцу лень. Светись на все. Зачем? Зачем светить, когда привыкли все к дождю? А я все солнце жду, ведь я б тогда, тогда да что мечтать? Вода размыла нас, как грунт, и лихо целый фунт. Вот это да, беда. И пока тишеро, так пусто во дворе, на небе туч каре висит сплошным шатром. Над Минском снова гром и капля стекло. Но сохранит мой дом ушедших дней тепло. И пусть опять грозит мне росчерком гроза, а тех, кто ее бит, напомнит лишь роса. Ведь поутру роса. Под окном простужина гремит, а провода гудят о чем-то своем.
И плачет дождь на взрыв, все слезы льет и льет, а в небе самолет, аэропорт закрыт. Не знает бы, что страшней, грозы смертельный жар, или когда удар ещё таится в ней. Мы все погоды ждем, а город весь промок, как будто на замок закрыт навек дождем. Над Минском снова гром и капля стекло, но сохранит мой дом ушедших дней тепло. И пусть опять грозит не росчерком гроза, а тех, кто ее бит, напомнит лишь роса. Ведь поутру роса. Не, ну да, действительно, такая погода, что тут ты же не поймешь, какую песню петь. То есть сегодня с утра снег шел, потом пошел вроде как бы, не знаю, мне показалось дождь, я вышел из телецентра, у меня вязаная шапочка через 3 минуты намокла. Я зашел обратно, хотя вроде снег лежал на улице. Иногда уже, не знаю, это зима такая, хочется как бы и снега. Это я про следующую песню. Пусть ветер задует, морозом завеет, и к теплым морям улетят стаи птицы, и дождь проливной в белый снег превратится. Весь мир хоть на миг, но совсем опустеет. Пусть земли глухи, покрывалом укроет, и ветер метелью вьюжит, забоет. Меня занесет, заметет, успокоит. Ведь может на свете бывает такое. Замети меня, метель, и спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель. Чтоб 7 футов, а не мель. Не от зла, чтоб холода, жирника все от беда. Замети меня, метель. Пусть снег сединой мне виски запорушит, и тая стекает по коже слезами. Всю грязь заметет пред моими глазами. В себе разобраться метель мне поможет, а жить для других получается. Все же в конечном итоге себе же дороже. Мы движемся к краху, идей всех похожи, но вряд ли кого-то вся эта тревожит. Замети меня, метель, и спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель. Чтоб 7 футов, а не мель. Не от зла, чтоб холода, жильника все вот беда. Замети меня, метель. Ружье раз в году иногда, но стреляет. Патроны с курком вечно на изготовку. А если уж кто-то сжимает винтовку, то кто-то наш мир навсегда оставляет. Как бы хотелось все это не видеть, ни смерти, ни горечь, ни вот они счастье. И чтоб только солнце забыть про ненастье, и в жизни не сметь никого ненавидеть. Замети меня, метель,
Земля и спаси да сохрани, мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов, а не мель, не от зла, чтоб холода, жаль, не как все под беда. Замети меня, метель, и спаси да сохрани, мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов, а не мель, нет зла, чтоб холода, жаль, не кажется, вот беда, замети меня, метель. Ну вот, думаю, что еще из лирики спеть. Николай, товарищ Мишука Трудяга, пожалуйста. А ты, батя? Еще пока, это тоже лирика, да, я знаю. Могу спеть песню специально для одной своей знакомой, даже не знакомой, неправильно сказал. Она специально варит мне борщ. Я бы постеснялся, но она с мужем здесь. Это мои очень близкие друзья. Сергей и Света Суковы. Ребята, Света, я где-то через неделю буду возвращаться. Я предварительно позвоню. Серега, надеюсь, скинешь, мы будет чеснок. Тот, который вот самый-самый вкусный, как яблоки. Его можно есть просто грызть. Я редко пою эту песню, но я знаю, что она... Самое интересное, многим женщинам в Кубинке нравится. Это очень странно. Ну ладно. БЛБ. Бизнес-леди блюз. Ее разбудит кошка на рассвете. Остатки сновидения смоют дождь. На завтрак легкий йогурт по диете. И быстренько. Помада, пудра, душ. Посуду бьют за стенкой у соседей. С утра привычно ссорятся шумя. Из зеркала посмотрит бизнес-леди. И кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-та-дам-та-дам. Работа, офис, шум, переговоры. Завистливые взгляды хуже полю. Натикают часы, погаснут шторы. День за спиной. Ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине. Вот только где запаска не найдет. Да, впрочем, есть для этого мужчина. А дома ее только кошка ждет. И дома одиноко кошка ждет. Она читает караван истории, как с
способ вечер как-нибудь убить. Не очень любят эти все love story и песни, что нельзя, любовь нельзя купить. В шкафу висят оружием наряды, она их может на ночь полистать, а кошка скажет «мур» и лежит рядом. Мол, день прошел, пора хозяйка спать. Ночь за окном, пора хозяйка спать. Секунды превращаются в недели, и жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритетные цели, и если что, то маленький обман. Она без сожалений позволяет, ведь глупо доверять себе судьбе. Идет по жизни, вот и погуляет, как кошка, что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Та-да-да-да-дам-пам. Та-да-да-да-да-дам. Зигзаги в личной жизни и карьере когда-нибудь пройдут и сразу к дамке. Но пока в своем стеклянном замке она одна и кошка в интерьере. Одна, только кошка в интерьере. Вечер, ветер, туча, в доме свет опять отключен, и луны озябшие лучи, робко светит сквозь фильтра, одиноко, хмуро, скучно, от души упрятан ключ, и кое с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с кухню, газ под кофе не потухнет, где-то гром печально бухнет. Видно тоже одиноко, строго тикает будильник, шасам себе собутыльник. Оживет, моргнув, светильник и раздаст в дверь звонок. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду. А в душе моей по сходу то ли кома, то ли кода. Ночь, такое время года, ночь, такое время года. Сухов, я тебя слышу. Рюмки, водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты, и сердца у нас согреты то ли дружбой, то ли спиртным. Но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман и дым. Я, наверное, спел 100 песен. Раз уж мы сегодня вместе, вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать. Но стучатся соседи свыше в батарею, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь!
Такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Пью прозрачную не буду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли хода ночь. Такое время года, ночь. Такое время года. Ну я поэтому смеюсь. Сергей Валерьевич. Прозвенел давно будильник, опустил мой холодильник, в горле будто бы напильник. Мне не скоро петь теперь, солнце видно, встать забыло. И сжимает боль затылок, строя сушеных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, ветер, тучи. В доме свет опять отключен. И луны озябший лучик робко светит сквозь ветра. Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра ночь. Такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Пьют прозрачную не воду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли кода. Ночь, такое время года. Ночь, такое время года. Ночь, такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Пьют прозрачную не воду, а в душе моей к восходу то ли кома, то ли кода. Ночь, такое время года. Ночь, года. Спасибо. Ну прости, лежу. А, нет, так, минутку. Где-то у нас тут камера работает. Телетрансляции сегодня нет, но один человек обещал проверить, передал ли я ему привет. Дмитрий Кальченко, привет тебе, дорогой. Что насупился Илюха? Нынче были дедозари. Набивает снова брюхо, груз швартует технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа тельфера. Апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит в выселья трутяга. Турбин грохочущий хворотят, поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбун по нему столько лет. Нам лететь туда, где жарко, за заправками маршрут. Полный борт гуманитарки там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиком бортом возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит выселья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбун по нему столько лет. Чай
печенье и конфеты. Надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречает борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. А до души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется, нижний блестер блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Спасибо. У нас из Беларуси просто вот в феврале два раза Ил-76 летал в Китай с гуманитарной помощью. И вот ты же вот эта кривая полемика иногда в интернете всякие там, ну даже не тролли, там я не знаю, кто они. Вот там, ну вот, что такое Китай, что такое Беларусь, зачем это вот. Ну а как, если у нас соседу плохо, допустим, а какой бы он богатый ни был? Мы что, будем сидеть и смотреть, как это в стороне, и оценивать его богатство или что? Вот, но я звоню своему другу, генерал, который всем этим руководит, и говорит, ну как там они там возвращаются? Да, мы уже подготовили ящик, мы будем дезинфицировать. Да, у нас летает, у нас, это я всегда говорю, это нашу большую-большую страну. Следующая песня, опять же, она посвящена тем ребятам, которые сегодня из Кубинки приехали сюда. Я сам сегодня подумал и думаю, елки-палки, песня-то уже почти без малого 10 лет. Написано было тогда, когда русские витязи летали в Бахрейн в 2011 году, то есть 9 лет, да. Дорогая для меня песня, потому что мы все очень порадовались, когда они впервые за 4 года из наших пилотажных групп все-таки улетели за рубеж и порвали там всех. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут же не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу стороны зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, это не на час. На жизнь
коль заниматься лёдным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. На земле давно всё за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан. Не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж. Сорвем восторг и аплодисменты. Ведь вспомнят страны, континенты. Все знают, в небе почерк наш. Наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься лётным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределами. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И да Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь Кожедуб по крышке Чкалов на помощь к нам не прилетят. Но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься лётным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как же, что на земле все за пределом. Слушайте, знаете, никогда во втором отделении не пою грустных песен, но для меня эта просьба, которая прозвучала в антракте, причем я сказал, что нет, я все-таки спою эту песню. Для меня это очень дорогой человек. Небес родных, голубизна, снится ночи напролет, там в Белоруссии весна,
где сам черт не разберет. Вовсе было не во сне. Войны-то шел последний год, и под Кабулом весь в огне. Мужчины падал вертолет. Кабина полна огня. Окончен мой последний бой. В ближайшем будущем меня ждет смерть в сродни совсем чужой. Зажат я огненным кольцом, мой борт горит, кричу в эфир. Навек безжизненным лицом уткнулся в ручку командир. И за спиной бортех молчит, проклятых холодов внутри. А дышикатов все строчит, да не один, их штуки три. Во, идиоты, что стрелять. И так горю уже предел, мне больше в жизни не летать. Каюк мне здесь. Я прилетел. А в это время за рекой, там, где в бою не умереть, у русской матери одной, вдруг сердце начало болеть. Увы, все было не во сне. Войны дошел последний год, и под Кабулом весь в огне. В ущелье падал вертолет. Ревет и стонет вертолет, не хочет тоже умирать. Нам с ним сегодня не везет. Летать еще бы летать. А о себе уж я молчу. Сейчас бы спирта мне до дна. В последний путь к земле лечу. Ах, эта чертова страна. В ушах радистский слезный крик. Борт 37, ответьте мне! А жизни мне остался миг. Молчу, как рыба, весь в огне. А здесь угрюмые места. В ущелье падать глубоко, хоть хоронили бы во мечта. До наших где-то далеко. А в это время за рекой, как будто свет вокруг погас, у русской матери одной слезы капали из глаз. Увы, все было не во сне. Войны пришел последний год, и под Кабулом весь в огне. В ущелье падал вертолет. Судьба здесь, видно, ни при чем. Хоть и не такого ждал конца, я не жалею ни о чем. Вы сжали лишь маму и отца. Говорят, при смерти в раз перед глазами жизнь пройдет. И надо ж было сбить им нас. И борт наш вряд ли кто найдет. Так не хочу умирать в огне. Я вспомнил здесь о ней. Я так хочу ее обнять. И жить охота, хоть убей. Я вспомнил наш осенний вечер. Под грохот пуль горох об стенку. Я вспомнил даже нашу встречу. Я вспомнил все. Я все время извиняюсь за эту песню, но она есть. Классная песня. Так. Ой, как назвали эту самую песню, интересно, но мы... Я даже потом скажу. Ага. Здесь. Это далеко не буду говорить, это могу вам прочитать преданные песни. Ну ладно, исполняю одну из просьб, все равно как бы...
не планировал петь, просто, ну, действительно, время ограничено, к сожалению, и хочется действительно много чего спеть, но, тем не менее, есть действительно песни, которые, как бы, наверное, надо петь. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше над землей. Я дожиру, быть бы живо, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу бродим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Нередко с ним прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич. Поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Спасибо. Знаете, я скажу эти аплодисменты именно Михаилу Леонтьевичу Милю, которому 22 ноября прошлого года вот был юбилей, 110 лет со дня рождения этого великого конструктора, великого во всем мире. Вот. И когда вот, действительно вот, вы аплодируете, это ему. И я думаю, это всегда поддержат те летчики, которые летают на этих вертолетах, которых они неоднократно выручали. И на этих вертолетах тоже. Следующая песня, я ее называю, у нее есть название, которое будет на будущем диске, который все-таки, я надеюсь, в этом году выйдет. Но,
конечно, на диске она будет под своим названием. А так я ее вот, наверное, второй раз здесь говорю, что я ее называю песенка про подполковников. Вот здесь мои близкие друзья из пилотажной группы «Русские витязи» и «Стрижи», и они знают этих подполковников. Они уже там где-то на дембеле, но они бороздят это. Копосов, Прохоров, Соколов, Богдан, Котомкин, и туда дальше уже там Каташинский, Червинский. И в общем... Не, ну слава богу, что ребята как бы продолжают эту работу. Кстати, я вот называю эти фамилии, говорю с очень большим уважением, потому что это вот те, кого я назвал, это те люди, которые отпахали в вооруженных силах, в военно-воздушных силах на полную. И даже иногда, наверное, угробили здоровье на определенных этапах. Сегодня ситуация, когда, ну, все-таки, опять же, на гражданку рвутся гораздо более молодые летчики. Ну, Господь им судья, наверное, это тоже какая-то такая, скажем так, ну, их можно понять. С другой стороны, я скажу, вы знаете, мы, вот Сергей Валерьевич Соков там сидит, он замкомандира дивизии, смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота, мы у них работали. От НТВ программа «Смотр», снимали репортаж, и вот в одном полку мы с летчиками разговариваем в курилке. И вот подняли эту тему, они, ну да, говорят, уходят, да. Ну да, а что они ушли там, да, они деньги получают, но что они как водители автобусов, в общем-то, в принципе, из пункта А в пункт Б. А мы, да, у нас тут мордой об асфальт, и денег немного, но задача-то у нас интереснее. Вы знаете, как это прозвучало вообще? Круто! Вот, ну, это было так приятно услышать. У нас, как говорит, интереснее. Ну ладно, это я не в пику тем, про которых вот эта следующая песня. Я их очень люблю и уважаю. Мы не спеша на эшелоне. Идем по спинам облаков, и в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет, вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик. Промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик. Зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И нож куда это сделать бочку? Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Циклон несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку? Поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут.
как там у Маркса в «Капитале». Эксплуатируют наш труд, усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке. Нам аплодирует салон. Спеша на эшелоне идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне летят копченые с югу. Три роты личного состава из дьюти-фри напитки пьют, ведут себя не по уставу. И к стюардессам пристают. Какие-то находки иногда вот бывают по словам. Ну, я знаю, большинство артистов, они их скрывают, откуда они взяли. Я не скрываю. Первый раз сейчас об этом скажу, потому что человек сидит в зале по спинам облаков. Я однажды лет 10 назад, он может даже и не помнит, я услышал это от Сергея Осейкина. Серега, спасибо. Ты, может быть, этого не помнишь. Я тут уже рассвистелся. Значит, да, можно и дальше посвистеть, потому что раз уж Маша 2 была, значит, должна быть Маша 1. День сегодня не задался. Я чуть было не спросвался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил и разбил будильник от любимой подзатыльник. Вот и Маша, доброе сутро. Сдуру видно с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папашу. Точно летчик, пистаря в башке. Точно, летчик, без царя в баске, пошли. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. А что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жизнь людно прописался. Но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красным семафором, мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись.
танцевать я в небе ринусь. Перегрузки в плюс и в минус, знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет ее в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Удают, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты хитро пронесешься, в ограждение ткнешься, борозду на грунте пропыхав. Снег кругом, а мне так жарко, здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чёртый командир тут с ними растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики. И меня обнимет Маша, принесет парче кашу, нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись. Я. Возвращайтесь. На самолет. Так. Ну ладно, будете работать за двигатель. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500. Эскимо! Эскимо! Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и рожить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось. Толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, из детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вообще у Ми-8 два двигателя, вот слева работает, справа не слышим. Там поля мы весим, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкой шаг газ.
Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут, и в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик, а в исключительном почете, нас всегда с надеждой ждут, ждут. Малые обороты, но так почти на вертолет. Вертолетик. Вертолет. Как мальчиш плачешь из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем на чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь. Из-за неба я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, им горжусь. Ну вы знаете, дальше грозно. Вертолетик. Вертолет. Веселее. Из-под огня ушли. Вертолетик. Жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем, поменялись столько мест. Вдруг из детства тут волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот нас воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложном по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбирки, но покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Керосин туда, мужчина, это самое все, и ворот вперед. Запускаем, да? Вертолетик. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем мне заниматься? Книжки переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете, выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся, ну и, конечно, примером был дед. Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, Коля, ж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно.
метели я с ними летал. И вспоминал я нередко бабулю, чаще тогда, когда прямо в металл. Мне мало телеснаряды и поле. В этот миг мне казалось предел. В миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел. Чтоб мне с порога она улыбалась и как тогда говорила, внучок, полюс летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время как пуля на вылет или в лед. Бабушка к деду давно улетела. Только мне кажется, каждый полет смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает: бей, внучок, атакуй, я прикрою. Отвоевал я, теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне, внучок, коли уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Колюш, летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было, влетал, но возвращался обратно. Желаю всем возвращаться обратно. Спасибо. Ой, следующая песня. Я каждый раз о ней рассказывал эту всю историю. Я думаю, большинство сегодня пришедших моих друзей знают эту историю, поэтому я не буду повторяться, я просто спою, а потом приглашу ее на сцену. Пилотажный рок-н-ролл, Светлана! Я
Говорят друзья, что спортом надо мне заняться. Я бы и не против, только лень не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле. Шахматы советуют, мне неинтересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света, там столик номер 4, рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, сидишь и все дела, и минимум движений. Усадила мило, словно кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шпилем жужжит мотор аэроплана. На взлет Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Ну, что ж ты делала там? Ну, Света! Нежно душат перегрузки, много единичек. Меж прибора вижу я привинчена табличка. Надпись «No smoking», вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Она смеялась, смеется Света. Бушки петли, что пара какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак ведь небе добровольно оказался. Поднял один день, когда со Светой я связался. Шарю взором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись, Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь, Света? Да что ж ты делаешь? Капонина. Ну, Света! Я как будто рыба, та, которую за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадабры. Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ вежливо, но только без цензуры. Ласковый, ну ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. Аэроплан земле бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. Мне ведь мило прокатило, да еще добавок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом. Рядом где-то, что же делаешь ты, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света, соло! Летая, как комета, посылали мы привет населению планеты. В облаках вдруг понял где-то, моя песенка не спета. Мне без неба жизни нет. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Мне вот мои коллеги-журналисты говорят, надо говорить пилотажу. Нет, говорю, в авиации, говорит, пилотажу. Светлана Капанина! Спасибо, Коленька, спасибо за твой такой рок-н-ролл. Мы его так долго ждали. 10 лет. Про все пишет. Хоть что-нибудь про нашу бедную спортивную авиацию. Нет. Я обещал, кстати, вот эту записку. Здесь было написано «Спортивный рок-н-ролл». Не спортивный рок-н-ролл, Светлана. Он каждый раз, как только встречаемся, говорит, две строчки и выбросил. В следующий раз, две строчки и выбросил. И тут мы случайно в Перми. Говорю, так, я понимаю, что если ты сейчас не прокатишься, то... Да, а спортивная авиация... Хорошее слово, прокатишься. Спортивная авиация, если мы так и не услышим. Ну, я думаю, ну, ёлки,
Ты залетал, все может. Мы взлетаем и сразу в обратное. Вот, говорит, это близко, земля, говорит. Я плиты считал перед глазами. Но началось с того, что мы нашли наушники, а они без веревочки. Блин, на они же упадут, мы ему скотчем так. Именно тогда я насторожился, кстати. У нее-то анатомические ушки, а мне тут начинают приматывать скотчем. Я что-то занервничал. Очень жалею, что у нас в тот момент не было камер в самолете, поэтому нужно повторить. Браво! Мы собираемся такое. Дорогие наши, любимые, советские, российские мужчины, вы самые лучшие, самые сильные, самые мужественные на Земле. Хочу поздравить вас сегодня с настоящим нашим мужским праздником. Здоровья! Я, кстати, в свое время сказал, Юта, ты неоднократно герою России представляли, но у него характер такой, что это сам все рубили. Я говорю, Света, зато говорю, как вот, вот женщина, награжденная орденом мужества. Поэтому, когда она говорит, вот нашим мужским праздником, в этом что-то есть. Мужчины, с праздником вас! Здоровья, в первую очередь, семейного счастья, мирного неба над головой, и всегда сражения пускай будут только мирные. И, конечно же, самое главное, чтобы у вас всегда был тыл за спиной. С праздником вас, здоровья! Спасибо! Светлана Капанина! Я вот так на Максе все время говорю, Светлана Капанина! И было вот такое интонация. Хочешь, научу тебе летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь. И коснувшись звезд, от счастья петь. Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Но взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать, главное летать в звездной вышине, прямо не во сне, обмануть законы физики, суметь формулы поправ. Сети разорвав, исключением из правил улететь шумом ветерка, где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть, чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Я вот там бортовые навигационные огни вижу. Веришь? Если верить, сбудется мечта. Веришь? Лучшая команда от винта. Сумеешь? Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь? Ввысь несложно улетать. Главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета, пылью обернется главная мечта. И крылья
не дадут любовь твою убить, знаешь, это не поможно пить, и главное любить. Звездой выше нет, прямо не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шума в ветерка, где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть спеть. Хочешь, хочешь, научу тебя летать. Ребята, дорогие мои, спасибо, что пришли. Я всех еще раз поздравляю с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота. С праздником. Но говорят, что это праздник мужской, не согласен, потому что очень много женщин, которые носят и погоны, и даже вот как Света сказала, вот этот тыл, без этого тыла это никуда. И я знаю и в зале этих женщин, которые тянут этот тыл так, что им иногда тяжелее, чем их мужикам. Поэтому всех вас с этим замечательно.